В воскресенье 21 июня в России будут отмечать День медицинского работника. Лучшие представители сферы здравоохранения области собрались сегодня в Доме правительства региона. С профессиональным праздником их поздравил губернатор Андрей Воробьев. Лучшим глава Подмосковья вручил государственные награды. Я хочу поздравить и всех собравшихся в этом зале, всех 22 538 врачей, 47 тысяч медицинских работников, среднего персонала, всех, кто дарит свои улыбки, свое внимание, свой профессионализм людям.